Приветствую вас, дорогие рукодельницы, на канале Скоробиц. Я Галина Черемисина, и сегодня мы плетем с вами стильные серьги ястреб. Для работы нам понадобится бисер 11 размера, бусины Супер Дуо, круглые бусины диаметром 4 мм, бусины Драгон, вот такие плоские ромбики-чешуйки, бусины Арка Спарпука, это дуги с тремя отверстиями, фурнитура, две иглы, ножницы и плоскогубцы, фаерлайн или леска. Я сегодня беру черный фаерлайн под темные бусины. Все материалы вы можете приобрести на сайте skorobits.com. Возьмем отрезок фаерлайна около метра. Надеваем две иглы на оба конца нити. Будем работать ими одновременно по принципу параллельного плетения. Плетем сережку сверху вниз. Набираем 6 бисерин и бусину Супер Дуо на одну иглу, а второй иглой пройдем навстречу всю комбинацию. И еще раз проденем иглу в Супер Дуо. Получается вот такое кольцо с бусиной Супер Дуо. Аккуратно затягиваем и помещаем это кольцо на середину нити. Далее набираем 3 бусины Драгон и проходим во второе отверстие бусины Супер Дуо одной иглой, а второй иглой то же самое навстречу. Следующим шагом набираем 5 бисерин и бусину Арка Спарпука в направлении с выпуклой стороны на вогнутую в верхнее отверстие. Второй иглой повторяем этот же набор: 5 бисерин и бусину Аркас. Затем пройдем иглой только в бусину Арка Спарпука в то же самое отверстие навстречу, с вогнутой стороны на выпуклую. Второй иглой повторяем то же самое. Затягиваем. Вот так аркасы расположились кольцом. Теперь набираем 2 бисерины и проходим в среднее отверстие ближайшего аркаса. Добавляем бусину, проходим во второй аркас в среднее отверстие. Второй иглой симметрично. 2 бисерины набрать, пройти в среднее отверстие аркас, потом в бусину и противоположный аркас. Следующим шагом набираем 4 бусины Драгон. Проходим в третье отверстие аркас, добавляем 2 Супер Дуо, проходим иглой в противоположный аркас. Второй иглой навстречу. 4 Драгон, аркас, Супер Дуо, аркас. Теперь нам нужно вернуться к среднему отверстию аркасов. Пройдем иглой вверх в уже надетые бусины Драгон. Пройдем сквозь среднее отверстие аркасов и центральную бусину, спустимся через драгоны вниз.
симметрично проходим и второй иглой. Этот круг нам был необходим ради правильного направления нити, чтобы линия крыла продолжилась плавно. Наберем еще 4 драгона и войдем в нижний, еще свободное отверстие ближайшего супердо. Добавим третью супердо и выйдем в противоположное супердо. Второй иглой действуем аналогично. 4 драгон, 3 супердо, затягиваем плетение. Наберем по 2 бисерины и пройдем иглами навстречу друг другу в нижнее отверстие третьего супердо. В этом месте тоже очень важно хорошо затянуть плетение, чтобы бисер прилегал плотно. Далее продолжим любой одной иглой. На нее набираем 4 бисерины, 5 бусин драгон, 1 бисерину, 1 круглую бусину, 1 бисерину, возвращаемся вверх в бусину и бисерину. Очень хорошо затягиваем, чтобы бисеринка на кончике хвоста стояла вертикально ровно. Набираем симметрично 5 бусин драгон. Проходим в 2 уже набранные бисерины. Набираем 2 новые бисерины и проходим в нижнее отверстие нижнего супердо во встречном направлении. Плетение закончено. Закрепляем оба конца нити обычным способом.
У меня готово два элемента ястреб. Я сделаю из них серьги. Открываем швензу, надеваем верхнее бисерное кольцо ястреба, закрываем швензу. Хорошо будет смотреться ястреб кулоном, брелком или брошью. Попробуйте сделать его сами. Подбирайте новые сочетания цветов, создавайте новые комплекты с использованием этой техники. Большой выбор бусин и бисера вы всегда найдете в магазине Скарабиц. Творческого вам настроения и до новых встреч на нашем канале!